Здравствуйте, дорогие друзья! Расскажу сегодня про мусор на улицах и природе в России. Почему вокруг нас так много мусора? Может быть, это наш менталитет? Многие наши действия становятся автоматическими. Курящие при открытии новой пачки бросают на землю часть упаковочной пленки. Водители, пассажиры бросают, что попало, в открытые окна. Отдыхающие на природе не всегда убирают за собой. Глядя со стороны, остается впечатление, что многие люди думают, что это капелька мусора, и она не повлияет ни на что. Да, она разложится, или ее уберут дворники. Да все так делают, все нормально. Разве трудно дойти до урны, какие-то 10, 30, 50, 100 метров? А если вблизи нет урны, то можно положить в карман и выкинуть тогда, когда будет возможность. Порой становится стыдно, что наши граждане привыкли жить в грязи, как будто их все устраивает. Может быть, люди думают, что от их одной бумажки ничего не изменится? Но тут ты ошибаешься. Многое изменится, ведь там, где чисто, даже и мусорить неохота. Глядя на общую картину, видишь, людей практически не осталось. Основное большинство ленивые и бездумные, живущие одним днем, не думающие ни о чем, кроме себя, плюющие на остальных. Меня никто не заставляет что-то делать. Я считаю нашу природу своим домом. Она помогает нам жить, и мы должны ее беречь и приумножать, а не губить и захламлять. То, что я делаю, капля по отношению к океану. Нужно, чтобы каждый задумался, в первую очередь начал с себя. Хотя бы до урны донесите, и то чище будет. Недаром говорят, чисто там нигде убирают, а где не мусорят.